Ой, доброе утречко, питосики. Ну что, завтракать будем? Будем. Будем. Что у нас? Что это такое? Почему все зеленое? Что происходит? Ты что, заказала только зеленые продукты? Остальные цвета закончились? Или ты что, стала дальтоником? Я вообще-то хотела сегодня свою любимую косточку. Подождите, девочки, я сама не знаю, что это такое. Что? Опять челлендж? 24 часа едите еду одного цвета. ПС с бонусами и наказаниями. Небось, опять Ваня придумал этот челлендж. Точно, точно. Ну ладно, челлендж так челлендж. Чем же позавтракать мне? Такая голодная? О, ну давайте яблочко еще заварю. Ну зеленый чай тогда. Сначала я позавтракаю, потом вам подберем что-нибудь зелененькое. Брокколи хотите? Записка? Интересно. Так, что ж тут написано? Наверное, это мой первый бонус. Испытание. Съешь яблоко без рук. Мы бы точно справились. У нас же не руки, а лапки. И правда, Тасманчик, ты права. Ну, вообще, это легко. Давайте попробуем. О! Провалила! А говорила, что будет легко. И что же дальше? Ну, что же делать? Ой, смотрите, тут еще записка. Открываем. Вся в яблоке. Наказание. 2 часа на беговом тренажере. Не хочу, я что-то поела. Ура! А то он бедный уже весь запылился. Бедная Ариана, целых 2 часа. Ладно, пошла я. На зеленый цвет так-то можно тоже нормально попить. Господи, ну ты меня напугала, ну. Простите. Ой, надеюсь, тут не будет наказания. Вроде бы нет ничего. Можно расслабиться. Повезло тебе. Ариан, мы хотим кушать. Жалко, что копыта не зеленые. Так хочется копыта. Тось, не боись, для вас есть йогурт. Полезный, вкусный, как вы и любите. Но первый будет чапушка есть, ладно? А мы с тобой понаблюдаем, попадется ли ей там наказание. По рукам. Ну и ладно, я уже такая голодная, что готова рискнуть. Бонус! Можешь выбрать еду любого цвета. А-а-а! Выбираю копыта! Чапи, какое копыто? Большую косточку! Это же я хотела! Ну повезло ведь, а? Посмотри какое! Я бы посмотрела, как вы там 2 часа на тренажере бегаете. Держи. Чего? Угощайся тоже, тут на всех хватит. Тося, ну это уже не по правилам, иди ко мне. Вот ты хочешь, не надо плакать. Давай посмотрим, что у нас тут. О, огурчик, будешь? Держи, это тоже вкусненькое. Можно тебе. Ой, кто это еще? Зеленый курьер, пойдем посмотрим. Ну что, вкусненький был огурчик? А мы к вам в гости, к тебе и к чепиточкам. Ой, в гости? Это вас что, нужно чем-то угостить? Ну, мы, конечно, не ради еды приехали, но очень голодные. Ну ладно, проходи. Так, чем же мне угостить Камилу? Делаю смузи, нормально. Яблоко возьму, авокадо и какую-нибудь водичку. Липтон нормально, все беру. Ну что, Камил, будешь смузи? Ну ладно, вкусный хоть будет.
вкусный, а главное полезный. Ну ладно, попробую. Приготовь. Польза и красота в одном стакане. Держи. А твой где? Ты что, не будешь? Ну ты же ведь голодный. Я для тебя сделала. Это еще что такое? Ты же обещала вкусный смузи. Я говорила полезный. И это ты называешь полезным? Элечка, пошли скорее домой, а то тебя тут сейчас укропом накормят. Бе! Твоя гадость! Да куда? Я же так старалась. Ну подожди. Надо было. Я-то в челлендже не участвую, а гадости из-за тебя объелась. Надеюсь, ты чипитосикам эту гадость не даешь, чтобы у них, не дай бог, проблем с печенью не начались. Элечка, уходи. Конечно же, я чипитосикам не давала эту гадость. Нам проблемы с печенью не нужны. Тем более, чипитосики пьют гипотовет, кормовую добавку для нормализации работы печени. О, банан! Наказание за смену цвета, что? Ой, банан же ведь желтый. И что мне надо сделать? Выпить весь смузи? Что? Откуда они вообще знают про смузи? Кто это пишет? Мне точно это не понравится. Я такую не люблю. Это очень неприятно. Фу, наверное, не смогу это все выпить. Ой, все, наконец-таки выпила. Ой, не хватает только тренажера. Как хорошо, что мне еще ничего не попалось. Тоська, теперь твоя очередь. Кушать. Держи. Ой, подожди, тут какая записка тебе. Интересно, наказание это или бонус? Открываю. Испытание. Постоять зайчиком 10 секунд. Ну давай, Тось, я начинаю считать. Раз, два, три. Хорошо получается, молодец. Шесть, семь, восемь, девять. Ну что ж ты, одна секунда жить осталось. Ну давай тогда смотреть, какое у тебя наказание. Встаем. Наказание. Пробежать 5 кругов вокруг кухни. Какое сложное, слушай. Я бы и не смогла выполнить. У меня бы сразу голова закружилась. Ну лизни у чапушки копыта. Полегчает. Сейчас уже можно. Ну и задание. А после копыта правда полегчало. Да еще. Нет, все. Ты же не хочешь новых наказаний? Ой. Камила, что ли, пришла? За добавкой? Кто там? Мария! Ой, Ваня пришел после работы, по-любому голодный. Что же нам делать? Не нам, а тебе! Ох, девчонки, я сегодня так устал. У меня сначала было 2 тренировки, потом совещание, потом на стройку заехал. В общем, устал до жути. Есть что покушать? Ну, пойдем, положу тебе. Давай, пойдем. Это чё? А чего такого-то? У нас сегодня ужин ПП полезный. Ты аж заикаться начала, ППП. Я такой есть не буду. Хочешь есть, ешь. Не буду. Попробуй. Наказание, нет. Поменяться с Ваней тарелками? О, это то, что нужно, господи, спасибо за это. А вот это тебе кушай, 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 приятного аппетита. Ой, балдеж. Что за челлендж такой? Поскорей бы завтра. Спасибо, хоть что поел. Не наелся, конечно, но пойдет. Реал, пошли фильм смотреть. Ну ладно, чипитосики, идем. Ничего нормального нет. Ой, вообще, кто это смотрит? Вообще не понимаю. Ой, да вообще, турецкий сериал, что ли? Это чипсы? Кто-то сказал чипсы тут? О, вот еще. Что там? Записка. Наказание? Наказание за смену цвета. Всю ночь смотреть турецкие сериалы? Что, турецкие сериалы?
Ну нет, как же они мне надоели. Да кошмар какой-то. Кто вообще смотрит турецкие сериалы? Я сейчас засну. Ой, наконец-таки челлендж закончился. Можно теперь нормально поесть. Ну что, чепеточки, что будем завтракать?